Прикинь, Витька, снился мне сон вещь. Ого, и что снилось? Да вот эта студия, прихожу я, а тут Виагра. Прикинь, все тыри стоят, такие красивые, такие кухлёхи, прям такие, они подходят ко мне так медленно. Говорят такие: Никиточка, пока ты с нами, мы самые счастливые девушки в мире. Круто, брат, но такого не вещи. Ну, так не бывает, это не сбудется, забудь вообще. Да я знаю. Жалко. Ты бы слышал, как Эрика мне эту фразу говорила: пока ты со мной, Никита. Пока ты со мной, Никита. Так как сейчас слышу. Жалко, что сон, да? Жалко, что не сбудется. Жалко, что не будет никогда вообще. Прям, да, обидно, да, что такое. Ни при каких обстоятельствах. Это вот глупость, прям, ну, приснится же такое, так говорится. Да. О, как же есть-то охота, мальчики, а хотите, мы вам приготовим обед? Да. Ух ты. Так, ну а что будете готовить? Ну, борщ по рецепту наших мам. Борщ, ладно. Ну а что для этого нам надо, хорошо? Ну хорошо, для этого нам нужен 1 килограмм говядины, 500 грамм картофеля, 300 грамм свежей капусты, 400 грамм свеклы, 200 грамм моркови, 200 грамм лука, томатная паста, уксуса немного, 2-3 лаврового листа, соль, перец, растительное масло, зелень, сметана. Да, девчонки, стоп. Да, да, да. А давайте лучше мы приготовим вам еду по рецепту наших пап. Пап? И что же вы такое будете готовить? О, это очень древний старинный рецепт. Для него нам понадобится вода, да, пельмени и все. Как? Та-да! Ну что, ребятки, какие у нас сегодня планы? Мы с Витей сегодня идем на футбол. Что? Да? Какой футбол? Да. На футбол? Да, сегодня такая шикарная игра будет. Сегодня дерби. Какой дерби? Сказать. Ну, ребята, ну мы же хотели сегодня погулять вечером. Ну что, тогда мы не идем сегодня на футбол. Нет, стоп. Так, мы же вам не боссы, да, мальчики? Вы вроде бы уже взрослые такие, мужчинки. Да. Надеюсь, что вы можете принять сами решение. Верное решение. А не будет такой истории, что мы решение примем, и вы потом на нас обижаться будете? Вот именно. Но мы же говорим вам, чтобы сами решите. Мы вам не боссы. Знает. Ну, я думаю, мы примем правильное решение. Да. Пока! Как это? Ты что-то не так сказала? Ай, боже, мы вас совершенно не сомневались. Да. А где ключи от машины? А я вспомнил, они в моей куртке. А, все, дошли. Извините, пока. Пока-пока. Ну вот, только выключи босса и дай им волю, мужики. Ребята! Вы дадите мне наконец дописать эту статью, вы мне мешаете! Ну вот ты дерзкий! Так, ребят, давайте пойдем поорем в другое место. Витька, сегодня к нам придут такие красотки. О, талантливые, красивые девчонки. Вот это они, Витя. Привет, мальчики. Привет. А я вас узнал. Молодцы. Вы же женская группа. Да, как серебро. Что? Боже, ребята, мы группа Виагра, поняли? Ой, простите, я перепутал, я на автомате. Да ничего страшного. Слушай, приходи к нам сегодня вечером на ужин, будет так весело. Да. Витька. На секундочку, я не Витя, вот это он, Витя. А я Никита. Я Витя, да. Ой, извини, пожалуйста, мы перепутали. Так ничего страшного. А что-то нормальное имя. Я пойду, что, мне лишь бы поесть, мне хотя бы тошка. Я очень удобный, как можно там, где горка, и как угодно вообще, девчонки. Ребят, мне кажется, он как-то душновато что-то в студии как-то. Нет. Мне нормально, как. Мне все хорошо. Просто прям аж как-то кислорода не хватает, мне кажется. Да нет, кислорода, все в порядке. Все нормально. Все ты прям. Аж дышать нечем. Что с тобой? Подожди. А что с ним? Как-то... Витя! Витя! Делайте искусственное дыхание! Какое искусственное дыхание? Вы умеете делать искусственное дыхание? Я сделаю! Я все, я сделаю. Я на медбрата учился, зайдите! Боже мне. Ладно. Витя! Витя! Раз в жизни! Полегчало. Я ж медбрат! Брат! Дебил! Брат! Виагра и мод кислород. Забери! Не сейчас, мастерка.
Так, рука вправо, это значит показывает неинтерес происходящему. Mm-hmm. Вот, слушайте, девчонки, а нога влево покажет позу эгоистов. Mm-hmm. А голова в бок означает хорошее чувство юмора. Да, так, что у нас еще здесь? Поза без движения означает, что кто-то любит ходить по краю. Ох, хорошие эти книжки с анализом поведения. Мальчики, а вам нравятся наши наряды? Ну, нормальные такие. Так, что значит нормальные? Это хорошо или плохо? Это нормально. Что значит нормально? Ну вот машина Porsche. Она нормальная или нормальная? Или вот, например, наши ноги. Они нормальные или нормальные? Они такие нормальные. Господи. Да, а вы знаете, что мальчики? А вы как мужики тоже нормальные. Они вернутся, объясню? Не, они вернутся. Погоди, они имеют... В смысле, нормально? Что я имею в виду? Нормальные? Да, нет. Нормальные. Нет, нормально. Или... Девчонки, вот скажите, что вам нужно для абсолютного счастья? Ой, мы не думали. Ну, наверное, много чего. Например. Ой, ну новые туфельки, наверное, пар так 3-4. Домик хочу свой, хочу собачку, машину новую. Я хочу тоже шубу хочу, ну еще самолет свой бы я не отказалась. Кусочек такой маленький остров, такой маленький, но остров. Сумочку хочу, по сумочку хочу туфельки и много туфель. Такой весь шкаф в туфельках. Ой, сумочка. Скажите, пожалуйста, обязательно, что надо для счастья? Нам, девчули, для счастья нужны только вы. Да. Ну тогда вы нам нужны для счастья, как в песне Максим. Вы наши боги. Боги. Но надо пару туфлей. И хочу машину и домик. Давайте таки на остров, виллу. А мы боги, шубу, как много счастья. Что это ты такой довольный и счастливый? А как мне не быть счастливым, если мне во всем помогает Виагра? Не понял. В чем во всем? Вообще во всем. Вот скучно мне, помогает Виагра. Одиноко, помогает Виагра. Устал, помогает Виагра. Убираться дома не хочу. И тут помогает Виагра. Не может быть. Например, хочу танцевать. Ха! Виагра помогает танцевать. Реально помогает! Ребят, ну что, устали? Да. Подумались так вообще. Ох, ну классно же было. О да, прям очень круто. Давно так круто не было прям. Ну, может, мы повторим? Прям сейчас? Ну, а что чему-то? Не, просто, ну, как бы, мы немножко устали, как бы, чуть-чуть. Самую малость. Ах, ребят, да вы слабые какой-то. Пойдем тогда, девчонки, я к ней. Мы готовы повторить сейчас. Мы сильные в нос и вы не слабые. Мы не слабые. Ну тогда круто. Ну что, кто начинает? Витя начинает. Витя, готов? Да, я готов. Я же выносливый, сильный. Я прям качаюсь вообще. Тогда поехали. Так, раз... 2, 3, оба! Витя! Ай, поймал! Митя, к нам сегодня приходит Виагра. Я придумал офигительную игру. Что за игра? Привет! Давайте сыграем в одну игру. Какую? Классную прям. Спички. Это там как? Рассказываю. У меня 5 спичек. Кто вытаскивает короткую, одну, тот раздевается совсем и делает селфи в лифте. Ну как? А если кто-нибудь из нас его вытащит? Все схвачено, вот там все схвачено. Итак, поехали, тянем, давайте. Так, у кого что? У меня длинная. У меня тоже длинная. Классная игра! Спасибо, братан. У меня все схвачено, все круто. Позор! Бим-бим-бим-бим-бим.
Позор!